Хай, ребята, с вами Самокучик. В детстве я мечтал стать скейтером. Но, как вы понимаете по моему каналу, я стал самокатером. Но мечта у меня до сих пор не пропала. И, как вы поняли по названию ролика, я буду учиться делать трюки на фингерборде. Если вам понравится такой формат видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я так пойму, то, что вам нравятся такие видео. И выпущу вторую часть. Для тех, кто в танке, фингерборд – это такой мини-скейтборд для пальцев. Для начала мне нужно научиться щелкать на фингерборде. Это выглядит примерно вот так вот. И так я должен делать очень быстро. И когда у меня начнет получаться, нужно перейти к следующему этапу. Сейчас вы будете видеть, как я пытаюсь сделать щелчок быстрый. Как-то не крути, но мы не пара. Сам ночам мой фенге, он халара. Мы висим на трапе, сейчас замкадом. Гэнг, эй, давай еще раз сода. Как-то не крути, но мы не пара. После того, как мы научились щелкать, нам понадобится любая толстая книга с твердой обложкой. Для того, чтобы сделать вот так вот. Отъехать назад, так сказать, щелкнуть. Вот так вот. Этот элемент я нашел в Ютубе, в обучалке. Так что будем пробовать. Делаем так, пока не получится быстро. Мы висим на трапе, сейчас замкадом, замкадом. У меня стаканы, в нем два бара, два пара. То, что прячь змея от мороза, правда. Но чего им твой хуй сосу, правда. То, что тебя ожидает скоро, травма. Если будешь лезть куда не надо, надо делать еще больше этих бабок налом. Берем сами, мы не ждем, чтоб кто-то дал нам все, что нужно, приедет само мне на дом. Но мне дома был подвал еще недавно. Меня ужалил вайпер прямо в печень. Ну, в принципе, у меня уже получается довольно быстро и стабильно делать, чтобы у меня не падал. Я думаю, то, что можно переходить к следующему этапу. Для следующего этапа нам понадобится любая стенка. Вы спросите, для чего, я вам сейчас покажу. Нам понадобится, чтобы мы сделали вот так вот. Щелчок, назад, Олли. Щелчок, назад, Олли. Щелчок, назад, Олли. И так далее, пока не будет получаться быстро. Может, так каждым разом все полнеет музон вечен. Я всем сердцем верю сильно то, что время лечит. Но зачем молчать о том, как он нас всех калечит? Нам не давали сделать выбор первый раз. Но мы знали то, что будет и наш час. Теперь мы превратили это в правду сейчас. Набить тело в сода молодой жоу. Моя жизнь красивая, как сука, это престиж. Поднимаю тени так же часто, как ты пиздишь. Сосуй свое мнение. Получается довольно быстро, так что я перехожу к следующему этапу. И последний этап, это у нас совмещаем все элементы. То есть нам нужно щелкнуть и надавить этим пальцем, чтобы получилось Олли. Сейчас будут мои попытки. Поглубже это фистинг, делаю свою семью счастливой, это инстинкт. Рассуждаешь много, чё тогда делаешь дикси? Косичок горит внутри зеленый, будто дипси. У меня внутри сейчас много всего, но не микси. Ты смешон, я делаю с тебя хана, не липси. Ребята, если будете учиться, как я, подставляйте что-нибудь. Что-нибудь мягкое, по типу тетрадки, учебника, чтобы не было так шумно. Пальцы устают очень сильно. Ох. Сделал это. Да. Наконец-то. Я сделал. Сейчас попробую еще раз. Почти. Я еще раз сделал. Осталось только застабилить, и все будет вообще бомба. Динамо не пара. Со мной
Все, ребята, я застабилил. Я научился Олле. Ощущения классные. Я рад, потому что я учился очень долго. И вот научился, ну как долго, учился, можно сказать, 10 минут. И вот научился, вот смотрите, Олле делал уже стабильно, ну почти стабильно. Ну, ощущения вообще классные. После того, как я научился Олле, я хочу уже запрыгивать на какие-то вещи. И первым это будет учебник английский. Первая попытка. Не получилось. Вторая попытка. Не получилось. Третья. С третьей всегда получается. Да блин. И четвертая. Да, я запрыгал. Сейчас, если с пятой еще раз сделаю, тогда вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Мы висим на трапеще замка. У меня загадка на лобара. Давайте, если я сейчас шестой сделаю, вы просто поставите лайк. Опа, жду лайки. А если я седьмой сделаю, тогда вы подпишитесь на канал. Да, жду подписок и лайков. Следующий уровень – это книга. Вот, по сравнению с учебником она. Она уже потолще, значит, будет запрыгивать посложнее. Так, и первая попытка. Вообще, с первой попытки запрыгнул. Я считаю, это за это вы должны поставить лайк и подписаться на канал. Так, вторая попытка. Со второй уже не запрыгнул. С третьей опять запрыгнул. А с четвертой? Четвертый не запрыгнул. С пятой тоже. И с шестой запрыгнул. Так, мне осталось только получается застабилить. Я буду стабильно запрыгивать на высоту, которая больше, чем сам фингерборд. Все отлично. Итоги. В итоге я научился делать довольно высокое Олле. Для меня это получается, я выполнил свою цель. Цель этого видео была сделать Олле на фингерборде. Я ее выполнил. И к тому же довольно хорошо выполнил, потому что я думал, что я научусь примерно вот такого вот Олле. Вот так вот. Изенько. В итоге я научился довольно высокой Олле, как, ну, для меня. Ну, что я хочу сказать, получается. Огромное спасибо за 10 тысяч подписчиков. Я просто в шоке от такого актива. Огромное спасибо, то, что вы досмотрели до этого момента. Огромное спасибо за то, что вы смотрите вообще мои видео. Ну, на этом все. Если вам понравилось, я выпущу вторую часть на 10 лайков. Ну, если вам понравилось. Если не понравилось, ну, к сожалению, не знаю. Ну, к сожалению.